В эти минуты в кабинете министров проходит встреча глав правительств четырех стран – Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. Для участия в Рижской конференции, которая начнется завтра, в латвийскую столицу прибыл и премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Сейчас в кабинете министров находится моя коллега Анастасия Дьяконова. Анастасия, слово тебе. Добрый вечер. Действительно, встреча проходит уже в эти минуты, но проходит она за закрытыми дверями. Но все-таки мы знаем, что же сегодня на повестке дня у политиков. И в первую очередь это, конечно же, отношения ЕС и Украины, выполнение минских договоренностей и коррупция. Именно коррупция в Украине не дает сблизиться ЕС с ЕС. Ну, а встреча премьеров, первая встреча проходила здесь, на первом этаже кабинета министров. Единственная женщина-премьер на сегодняшней встрече Лайнда Тос Страуема ожидала своих гостей. Первым прибыл Тави Рейвас, премьер Эстонии, за ним Альгирд Буткевич из Литвы, ну и последним Арсений Яценюк из Украины. После фотографирования все они отправились наверх в один из залов, где и проходит сейчас встреча. Стоит отметить, что сюда прибыло очень много представителей прессы, в том числе и из Украины. Буквально через 20 минут здесь состоится пресс-конференция, где политики ответят на вопросы журналистов. Напомню, что завтра стартует Рижская конференция, в которой примут участие и прибывшие сегодня премьеры. Ну, а у Арсения Яценюка на завтра намечен завтрак с премьером Лаймдотой Страуемой. Поучаствует он в открытии памятника поэту Тарасу Шевченко и отправится на встречу с Инарой Мурнецей, спикером Сейма, и еврокомиссаром Валдесом Домбровскисом. На Рижской же конференции будут обсуждаться вопросы безопасности и внешней политики. И мы, конечно же, будем следить за развитием событий.